7 ноября в эфире национального телевидения стартует новый телепроект «Открой свое дело». Начинающие предприниматели проверят свои идеи на прочность. Их ждет краш-тест будущего бизнеса и консультация экспертов из разных областей. Каждый участник получит обратную связь, стоит ли развивать свою идею и какие у нее перспективы. Эксперты дадут ценные советы по организации бизнеса. Откуда вы планируете брать первоначальные инвестиции? Мама даст. Дим, не дай бог тебе пока вот на нынешней стадии вот вкладываться там своими деньгами в этот проект. Победители получат возможность попасть во всероссийский этап проекта «Ты предприниматель». Очень важны молодые предприниматели. Мы постоянно ждем новых, интересных, свежих проектов, в которые можно было бы вкладывать деньги. Нам нужны грамотные предприниматели. Нам нужны люди, которые умеют структурированно, правильно формировать свою идею, правильно умеют ее подавать, правильно умеют рассчитывать финансовый результат своей идеи и последовательность своих шагов. Смотрите каждый вторник с 7 ноября в эфире национального телевидения «Чувашии».